78 лет назад наши деды одержали победу во Второй мировой войне, одной из самых кровопролитных в истории человечества. В преддверии этой даты участникам и инвалидам войны области выплатят по 1,5 миллиона тенге. Об этом на брифинге сообщило руководство областного управления координации занятости и социальных программ. В годы войны на фронт было призвано более 70 тысяч кызылординцев. Почти каждый второй не вернулся домой. 78-ю весну Победы встречают 6 бывших фронтовиков. Двое из них живут в Казалинском районе, двое в Кызылорде, по одному в Сырдарьинском и Шилийском районах. Все они в честь 78-летия Победы получат единовременную денежную помощь по 1,5 миллиона тенге. По традиции единовременные выплаты предусмотрены для приравненных к участникам войны, а также работников тыла. В целом участники войны со стороны государства получат единовременную денежную помощь в размере 1,5 миллиона тенге. 10 ветеранов тыла, награжденных за свой труд во имя победы государственными наградами СССР, получат по 207 тысяч тенге, остальные по 138 тысяч тенге ко Дню Победы. 1275 приравненных к участникам войны – это ветераны войны в Афганистане, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, пострадавшие от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 447 ветеранов боевых действий на территории других государств, на таджикско-афганской границе, в Ираке, на Горном Карабахе, а также вдовы погибших в годы войны тоже получат по 138 тысяч тенге.